О событиях в мире. Армия Израиля нанесли удар по командованию Хизбаллы в Бейруте. В Сахал заявили, что целью атаки был офицер группировки, ответственный за ракетный обстрел голландских высот на прошлой неделе. Тогда погибли 12 детей. Командир группировки выжил, сообщает BBC. По данным Минздрава Ливана, в результате авиаудара по южному пригороду столицы погиб человек. Еще 68 пострадали. Вскоре после взрыва в Бейруте министр обороны Израиля Йоав Галант написал в соцсетях, цитата, «Хизбалла пересекла красную черту». Конец цитаты. Реакция на происходящее от ливанских властей последовала незамедлительно. Премьер-министр Ливана осудил удар, назвав произошедшее агрессией со стороны Израиля.